Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис, и это Суперкопилка. И сейчас я буду рассказывать, как создать график выплат, потому что в Суперкопилку я зашел скапливать и получать большую сумму. Сейчас у меня на балансе 16,2 ТТ, что означает это $16.20. Что нужно сделать, когда вы зарегистрируетесь по ссылке briskinder.ru? Ссылочку найдете вы под этим видео. Вам выдадут 10 ТЭТ на первоначальный депозит. Что вам нужно будет сделать? Я уже делал эти депозиты. Вы должны сделать один депозит на 6.15, другой у вас останется 3.85. Вы на 3.85 должны будете сделать депозит. Это делается в графике выплаты, с учетом того, что когда вы зайдете, будет ознакомительное видео, оно около 10 минут, его обязательно нужно посмотреть, там все подробно описано. Итак, как же сделать вам, если вы не хотите смотреть это видео, которое ознакомительно, хотя там все расписано. Вам нужно будет зайти в график выплат. Если вы хотите открыть депозит, либо цель накопления, либо создать программу рантье, об этом все можно узнать на сайте, либо обратившись в службу поддержки, вам это все расскажут. Итак, вот вы видите, что у меня вот первые две недели тут по нолям стоит, потому что выплаты уже прошли. То есть на следующей неделе, в понедельник, мне начислится вот эта сумма. Эту сумму я могу вывести, но также я сделаю депозит, открою депозит. Почему суперкопилка? Потому что здесь можно создать пассивный доход. И этот пассивный доход можно получать постоянно. Итак, у нас на счету, как вы видели, 16,2 ТТ. Сейчас мы на главное еще перейдем. Вы можете их распределить на какие-то части, а можете 16,2 сделать сразу на депозит, чтобы вам начало начисляться. Смотрите, здесь депозиты, чем дальше, тем больше вы получаете. Так что можно вообще распределить эти депозиты, например, на 12, 13, 14, 15 и 16 неделю. Либо всю сумму сразу внести. С учетом того, что у нас вот такая вот сумма, мы можем ее распределить, ну, где-то раз, два, три, четыре, пять. То есть мы по 3 теты можем распределить именно вот на этот период. Либо создать цель. Но цель, имейте в виду, что если вы создаете цель, это вот как раз переход к пассивному доходу, который вы создаете, и вам нужно будет проконсультироваться. Если вы делаете просто депозит, чтобы увеличить свою сумму денег, либо вы создаете рекламную компанию рантье с выплатой, тоже, если по рантье, тоже вам нужно будет обратиться к специалисту, чтобы он вам подсказал, как это правильно сделать. Но депозит вы можете сделать и сами. Итак, мы переходим вот сюда, и у нас здесь написано суммы выплаты от 0,71 до 50,71. Взнос 41,76. Здесь вы можете внести абсолютно любую сумму вот от 0,71. То есть здесь вообще можно распределить все по доллару. Ну, давайте, если уже будем распределять, то будем распределять где-то по 3. Ну, давайте сделаем 3,85. И сумма выплаты у нас составит 5,5. Вы должны обязательно указать название, это не критично, можете любые циферки поставить, либо написать там, на что вы скапливаете, и после этого нажимаете кнопку «Добавить». Цель создана, вы видели на экране, вот цель у нас создана, 5,5 у нас на 12 неделе, то есть 5,5 на 12 неделе нам придет начисление. Также мы сейчас зайдем опять на главную, посмотрим, сколько у нас осталось на данный момент. 12.35. Значит, мы заходим в график выплат. В график выплат. И можем распределить 1, 2, 3, 4. То есть здесь мы можем написать
4.1 и добавить. Укажите название обязательно. Если вы не указали название, его нужно обязательно указать. То есть название может быть какое угодно. То есть обязательно следите, сколько у вас денег осталось, чтобы равномерно это все распределять. Вот, 8.25 у вас осталось. Итак, заходим в график выплат. Для чего я это делаю? Чтобы равномерно уже прийти к тому сроку, когда мы будем создавать цели накоплений. Итак, мы опять заходим сюда. Здесь ставим 4.2 и добавляем. Опять же, указываем название. Вот, у нас осталось еще денег на два депозита. Заходим и равномерно их распределяем. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Баланс 4.05. То есть мы можем распределить примерно по 2 доллара. Мы примерно распределим по 2 доллара. Вот, смотрите. 2.1 добавляем. Так, указываем название. Постоянно забываю это сделать. И добавляем сюда остаток средств. Ну, перед этим заходим и смотрим, сколько у нас осталось. 1.95. Вот 1.95 мы и укажем. 1.95 на депозиты мы и укажем. 1.95. Вот, смотрите, сумма чуть не почти в два раза увеличилась. Добавляем, указываем название. Все, сумму мы распределили. Сумму мы на 13 недель распределили. И вот вы можете видеть, какая сумма у нас вышла. Какая сумма у нас вышла. Вот. Заходим на главную. На 16 недель мы распределили все. Даже на 16 недель. На балансе у нас 0 тет. И в нашем списке мы можем видеть, вот какую сумму мы будем получать. То есть на данный момент ожидается выплата на 88 долларов 30 центов. Хочу сказать сразу, что сюда внесено всего первоначально 20 долларов. 20 долларов, которые я получил бонусом за первый вклад. Вот так вот, начиная с 20 долларов, можно получать деньги в суперкопилке. На этом заканчиваю. И еще раз объясняю, что если вы что-то недопонимаете, соответственно, нужно обратиться в консалтинговый центр, где вам расскажут, как все правильно сделать. А на третьей неделе у меня будет выплата 15 долларов 92 цента. То есть практически все деньги, которые я завел, я вчера получал выплату. Вот. 4.08 получал неделю назад выплату, 7.99, ну я уже в плюсе, вложив всего сюда, зайдя всего на 20 долларов и получив непосредственно вот такие вот подарки от суперкопилки, от людей, от программы взаимного финансирования. Итак, ссылка на регистрацию, если вы хотите получить 10 долларов, будет под этим видео. Также мои контактные данные также будут под этим видео. Всем привет!